Всем привет! Сегодня, ну, судя из названия, мы познакомимся с таким паттерном, который называется наблюдатель, обсервер. Скажу сразу, чтобы не забыть, пример, ну, на мой взгляд, это показался хороший пример. Я взял вот с этого ресурса, то есть мне попался вот такой вот ресурс, увидел, я о нем не знал, советую. Который называется gameprogrammingpatterns.com. И вот здесь, если мы перейдем к вебу, read now, вот здесь есть паттерны. И здесь есть такие интересные паттерны, ну, к примеру, я о них не слышал, потому что они применяются, как я понимаю, там, вот именно в играх. При разработке игр есть какие-то решения. И вот здесь, вот, observer, кликнем. И вот здесь довольно-таки неплохой пример. Потому что я так посидел, подумал, нормального примера, ну, интересного, мне в голову не пришло. Посмотрел в интернетах и увидел вот этот ресурс. Вот этот вот ресурс. Итак, давайте тогда перейдем. Или, наверное, опять-таки тут и останемся. В чем идея? В чем идея, да? Ну, для начала, что такое наблюдатель? Наблюдатель — это у нас такой паттерн поведения. Он относится к... Там есть структурное, порождающее и поведение. Так вот, это паттерн поведения. Этот паттерн, с помощью этого паттерна создается механизм подписки, позволяющий одним объектам следить и реагировать на события, происходящие в других объектах. Этот паттерн довольно популярен, он очень много где используется. И если вы знаете такой паттерн, как модель ViewController, то он там, ну, как бы в основе лежит наблюдатель. В основе MVC, модель ViewController, лежит наблюдатель. А вот этот MVC используется, ну, практически во всех современных там UI-приложениях или каких-то контролах, где есть модель. Ну, это что-то хранит какие-то состояния чего-то. Есть вьюха. Вьюха — это отображение. В частности, по MVC как раз построено построение сайтов при написании их с помощью .NET. Вот. И контроллер. А контроллер как раз уведомляет. Если какие-то данные изменились во вьюхе, ну, то есть пользователь что-то ввел, к примеру, то контроллер уведомляет об этом модель. Модель по-хорошему изменяется и уведомляет контроллер. А контроллер говорит вьюхе, что все хорошо, все изменилось. Ну, где-то так. То есть в идеале. На самом деле реализация модель ViewController в разных там, при разных, ну, в разных проектах иногда очень далеко уходит от идеала и превращается иногда непонятно во что. Но сегодня мы рассмотрим наблюдатель. Так, и с чего мы приступим? Ну, надо описать вот этот пример, да, идея, которая вот здесь описана. Здесь есть такие ачивки, или как их называют, ну, игра, да. И там есть достижения. Вот в Стиме очень много как раз в каждых играх всяких достижений. Когда там, ну, вот здесь написано, к примеру, по типу убить 100 каких-то демонических обезьян, упасть с моста, или завершить уровень, имея только мертвого, какого-то мертвого, по-моему, это хорек вызвал. Так вот, есть система достижений. Соответственно, при прохождении игры мы эти достижения получаем. Либо же мы можем посмотреть, какие достижения еще не получены, посмотреть их описание и попробовать сделать так, чтобы открыть все существующие достижения. И есть движок физический, который по-хорошему не должен быть связан с этой системой достижений.
Потому что физический движок это одно, система достижения это другое. То есть это классы, это объекты, которые разделены и между которыми по-хорошему должна быть минимальная связь. Потому что каждый должен заниматься своим делом и все такое. Кстати, ну не кстати, я тут свой пример немного поизменял, потому что здесь есть просто кусочки, они не полные. Так как они не полные, у меня были некоторые вопросы, почему так, а почему сяк. Ну и, короче, я немного изменил. Но самая суть это понять, что такое наблюдать. И все. А дальше, зная, понимая, что такое наблюдатель, вы, если вам в работе вашей понадобится наблюдатель, вы вспомните, что, елки-палки, есть же наблюдатель, есть же возможность создать связь между объектами, которые наблюдаются, и те, которые хотят, ну, те, которые наблюдают над кем-то. Так вот, короче, идем дальше. Ну, есть физический движок. Давайте я уже перейду тут. Особо ловить нечего, но вам советую, конечно же, этот ресурс посетить и почитать о других паттернах. Если вы не посетите и не почитаете, то со временем я с этого ресурса, наверное, возьму другие примеры и другие паттерны. Потому что я так вскользь поклацал довольно-таки неплохие примеры и интересные примеры. Поэтому я все честно сказал, откуда я это взял. Ну, предыдущие примеры паттернов я старался сам придумывать, но здесь зачем придумывать что-то, если оно уже придумано, ну, в качестве примера. Тем более, я так понимаю, это из реальных проектов, это не просто от балды придуманные паттерны. Ну, паттерны не могут быть от балды придуманы, если они придумали, значит, если они были придуманы, значит, они уже решали какие-то задачи. Короче, меньше слов, ближе к делу, да? Так, смотрите, есть герой. Ну, это какой-то герой, и вот я его двигаю. Все хорошо, вот он, hero. Есть класс, который описывает героя. И что у него есть? У него есть система достижений, то есть объект ачивки, так называемые. Дальше, physic body, то есть физическое тело, и какой-то игровой движок. То есть это все в упрощенном виде. В реальном проекте, конечно же, это гораздо сложнее. Но нам надо понять суть наблюдателя. Теперь смотрите. В первую очередь наблюдатель, вот у нас есть такой класс. Он виртуален, то есть абстрактный класс. Observer, он так и называется. И у Observer есть чисто абстрактный метод, который называется onNotify. Параметры, которые сюда передаются, вы можете сами, в зависимости от вашего проекта, увеличить, уменьшить, изменить название и все такое. Это просто функция, которая будет нотифицировать кого-то, что что-то произошло. Ну, вот здесь, в этом примере, к примеру, здесь падает герой. И когда он падает, он просто говорит. Как бы вот все, что он говорит... Типа, ох, я не знаю, типа, кому это надо, но я просто упал, да? Я только что там, типа, упал. Вот что он это делает. И, типа, делайте с этим, ну, что хотите, то и делайте. То есть он кого-то уведомляет этому физическому движку даже все равно. Кто есть, ну, в системе, какие объекты. Он уведомляет кого-то, что он упал. А тому, кому интересны события падения игрока, падение там может быть, еще какие-то там взятие может быть нового уровня, каких-то бонусов. Вот. Кому это нужно, тот подпишется и будет наблюдать. Поэтому идем дальше. Итак, все, кто хочет зачем-то наблюдать, должен пронаследоваться от наблюдателя. И смотрите, вот наши ачивки. Им нужно знать, когда что-то произошло. Вот класс, и он наследуется от обсервера, от наблюдателя. И здесь мы перекрываем функцию onNotify. И, соответственно, вот для этих целей, для ачивок, я вот
как бы вот здесь есть два параметра. Первый это event событие, ну event data. Event data у нас в данном случае будет информация о том, ну какие данные, от кого как бы произошло событие. То есть в данном случае это упрощенно, это будет герой. И дальше я чуть-чуть расширил героя. Вот такой классик структуру создал, в которой будет там информация о гравитации, падает, он не падает, ну и пару функций. Так вот, тот, кто хочет за чем-то наблюдать, он наследуется от Observer. То есть это обязательное условие. Дальше. Ну, здесь у нас что? К примеру, если я получаю извещение какое-то, в простонародье это ивенты. Вот если я получаю, если это ивент, то есть это сообщение, что-то падает, я смотрю по дате, кто ты герой, если ты герой, то я кастую, ну кастую почему? Потому что мне надо получить доступ к членам объекта наследника, потому что физик бади наслед, ну короче, блин, не буду это объяснять. Тут главная идея в понять, что такое обсервер. Так вот, я проверяю, если это герой, то я привожу адрес, указатель объекта на event data на данные игрока, то есть на физическое тело. И смотрю, если он падает, то я вызываю функцию разблокировать. И что разблокировать? Передаю уже, что разблокировать. В данном случае падение с высоты. То есть здесь достижение у нас какое? Вот оно. Упасть с высоты. А здесь уже функция разблокировки. Я смотрю, что нужно разблокировать. Потом я смотрю, если было ли это достижение уже разблокировано. Если оно не было еще разблокировано, то тогда я его разблокировал и на консоль вывел, что падение с высоты разблокировано. Итак, это мы, я описал тот класс, который должен быть и который будет себе содержать функции нотификации. То есть это тот, кто будет наблюдать. Теперь есть еще обязательный класс Subject. Ну, в банде 4 он называется так. В банде 4 при описании обсервера, вот там у них называется Subject. Есть другие описания, там чуть-чуть по-другому называется, но тут не суть. Так вот, что такое Subject? Это объект некий, да? И метод уведомления запускается объектом, над которым ведется наблюдение. Смотрите, вот наш объект. И у него есть указатель на массив. Массив чего? Вот, наблюдателей. То есть наблюдатели, будут какие-то наблюдатели, которые подпишутся на что-то. И если в этом что-то будет происходить, то вот этот объект этого типа их будет уведомлять. Смотрите, у нас есть массив наблюдателей. И есть такая функция, они обязательны. AddObserver и RemoveObserver. То есть добавить наблюдателя, удалить наблюдателя. Здесь в самом простом виде. В самом простом, как вы видите, здесь нет никаких проверок. Теперь смотрите. Если кто-то хочет за чем-то наблюдать, то он добавляется с помощью этой функции. Смотрим. У нас происходит добавление в массив. Это может быть список тоже вместо массива. Тоже не суть. Так вот, когда происходит что-то, вызывается функция notify. И дальше в цикле пробегается по всем наблюдателям, которые подписались. И для них вызывается функция onNotify, которая что? Уведомляет наших наблюдателей, что произошло какое-то событие. Теперь идем дальше. Теперь дальше давайте что мы посмотрим. А вот дальше смотрим класс физик. Да? Ну, некая физика здесь. Так вот, смотрим, класс физик наследуется от вот этого subject. Значит, мы
сюда, то есть так как мы наследуемся, мы можем добавить наблюдателей. То есть кто-то может следить за тем, что что-то происходит как бы в физике. То есть идея какая? Разделить физику. Где у нас тут? Где у нас этот пример? Вот идея какая? Разделить физику, физический движок от движка достижений. Возможно, еще какие-то там будут наблюдатели. То есть самая главная идея — это их разделить. Так вот, теперь смотрите. Subject, да, это тот объект, над которым ведется наблюдение. Теперь смотрите, наши ачивки будут вести наблюдение над физикой. Вот. А в этой физике что у нас происходит? Вот просто обновляется там тело, обновляется физическое тело, то есть характеристики, состояние ну, нашего героя. И дальше проверка идет. Если наш герой падает, то вызывается функция Notify. Что функция Notify делает? А она пробегает по всем наблюдателям и передает некое событие, event, и непосредственно какую-то дату. Дата это у нас где? Вот она, event data. То есть, если это у нас герой, это будет расширенная дата. К примеру, если это будет камень какой-то, то там будет, ну, возможно, надо было назвать Hero Physics Buddy. Короче, идем дальше. Теперь смотрим. Вот у нас есть физика. Вот она, физика. А вот есть достижения. Так вот, вот эти достижения, вот они, объект этот, хочет наблюдать за физикой. Он хочет знать, что если что-то произошло, то он должен получить эти уведомления. Смотрите, при конструировании героя в физику, объект физик, я вызываю функцию addObserver, и что добавляет тот, кто хочет наблюдать. В данном случае после этого наш объект, ачивки наши, он будет получать уведомление, если в физике что-то произошло. А что в физике может произойти? Вот мы запрограммировали. Если наш герой падает, или, ну тут не указано, что герой, ну то такое. Короче, если наш герой в данном случае будет падать, то он пронотифицирует всех наблюдателей о том, что произошло вот такое событие. А дальше каждый наблюдатель, в зависимости от своей реализации, вот давайте посмотрим, выберет, нужна ли ему эта информация об этом событии или не нужна. Здесь еще можно добавить, опять-таки, помимо ачивок, какую-то аудиосистему. Да? И если он начнет падать, то вот здесь... Еще аудиосистема, к примеру, будет наблюдать за физикой. Так вот, если он падает, мы можем, опять-таки, мы не можем, мы просто нотифицируем, что что-то происходит. А вот здесь, сейчас, у нас будет какая-то аудиосистема, которая тоже будет пронаследована от обсервера. И аудиосистема, которая, объект аудиосистемы, получивший событие, что что-то падает, и если это герой, может запустить на проигрывание какой-то звук, там, крик, там, там что-то такое. Вот. Соответственно, вот здесь добавится, уже добавился у нас объект достижений, точно так же добавится объект аудиосистемы. И, собственно говоря, вот так вот пронотифицируются все наблюдатели. Ну и давайте посмотрим, что происходит. То есть фишка в том, что, как мы видим, здесь есть разделение. Здесь нету системы наших ачивок, достижений. Нет. То есть вот идея в том, чтобы как-то это разнести, и чтобы каждый класс как меньше зависел друг от друга. И чтобы можно было удобно добавлять новые там какие-то события, обрабатывать, ну, чтобы это было разнесено. В данном случае вот этот паттерн очень хорош, и мы этого достигли. Физика ничего не знает о достижениях. Также она может ничего не знать о аудиосистеме, о видео и т.д. и т.п. Абсолютно ничего не знает. Точно так же, как вот здесь, вот этот наш subject, который пробегается по массиву наблюдателей, тоже ничего о них не знает. Единственная связь происходит вот на этом этапе, при добавлении. Ну, удалять тоже надо. Так, ну и давайте запустим.
Что она запускает? Да, вроде запустила. И происходит движение нашего игрока. Что я здесь прохожу? Ну, я здесь увеличиваю гравитацию. То есть, понятное дело, здесь какие-то идут проверки. И я определяю, что по массиву передвижения смотрю, что следующий шаг у нас куда-то уходит в пустоту. А если он уходит в пустоту, я ему добавляю гравитации. А если я ему добавляю гравитации, то гравитация увеличивается. К примеру, с 1 до 10. Увеличил. А если увеличил гравитацию, то мне нужно обновить физику. А зачем физику? Ну, на каждой итерации надо обновлять, потому что изменились какие-то состояния. А что я сделаю в обновлении Body? Давайте посмотрим. F10. Давайте, вот, обновляется тело наше. А вот здесь у меня происходит что? Если гравитация больше 2, значит, мы начинаем падать. И устанавливаем флажок в true. Значит, наш объект падает. А если наш объект падает, то я вызываю функцию notify. А наша функция notify пробегается по всем наблюдателям, которые подписались, и вызывает эту функцию onNotify. Соответственно, наши чилки подписались, получили события падания, получили информацию, что это герой. Дальше получил я, то есть привел указатель базового класса на указатель наследника. Ну, как бы получил доступ к членам наследника. И проверил, падает он или не падает. Если он падает, я вызываю функцию unlock. Ну, а когда вызывается функция unlock, проверяю, было ли разблокировано это достижение. Если было, да. Если не было, то устанавливаю, что разблокировано, и вывожу в терминал, либо на экран, там большую картинку, и типа достижение упасть там с высоты разблокировано. Ну, собственно говоря, вот на этом и все. Этот пример, конечно же, будет на гитхабе. Где-то в разделе паттерны, там, вот behavior добавился, и вот там будет observer. Так, что еще нужно сказать? А, ну пока не забыл. В чем может быть сразу первая проблема? Первая проблема в том, что если у нас наблюдатели добавляются динамически, то их нужно удалять. Я думаю, понимаете, да? Потому что если есть наблюдатель, а потом в какой-то момент его не стало, то вот здесь могут быть проблемы. Это могут быть либо проблемы, они еще называются висячие ссылки, когда объекта уже нет, но происходит попытка доступа к нему и отправка сообщения. То есть в этом примере динамически ничего не добавляет, ну, не создается. Система достижений, она создается при старте игры и живет до тех пор, пока живет игра по факту. То есть пока не закрыли процесс. Поэтому здесь динамически не происходит. Но вы будьте очень внимательны, потому что если динамически добавляются какие-то наблюдатели, значит, когда-то они могут удаляться. Значит, нужно проследить, чтобы было корректное еще удаление. Даже не то, что корректное, а были вызовы remove observer, то есть удалить наших наблюдателей. Иногда этот паттерн используют уж, ну, чересчур. И добавляют очень много непонятных непонятностей. Ивенты, вот эти месседжи, дата биндинг и прочее. И порой вот такой наблюдатель вырастает в что-то сложное, очень сильно связанное с другими классами, другими объектами. И это превращается в код, который плохо сопровождать, и он очень непонятен. Вы должны запомнить одно или уяснить, что программист пишет для программистов. Компилятор компилирует для компьютера. То есть компилятор переводит вот этот язык в байт-код, понятный компьютеру. Но
Язык программирования в первую очередь для программиста. И писать мы должны максимально просто, ну, чтобы наш код был максимально простым, чтобы он легко читался. Если код будет простым и он будет легко читаться, значит его будет легче поддерживать, легче модифицировать. И в нем легче будет находить ошибки, потому что никто не пишет без ошибок. Все равно рано или поздно кто-то допускает ошибки. Чем проще код, тем проще увидеть ошибку. Тем проще поддерживать этот код другим программистам. Тем проще вам поддерживать код, написанный другими программистами. Соответственно, хорош программист не тот, который знает все паттерны и использует и их в проектах, вот просто потому, что он знает эти паттерны. Нет, хороший программист тот, который примеряет паттерн, берет паттерн, он знает, он должен знать паттерны, и он берет его и примеряет, и он смотрит, действительно ли этот паттерн подходит. По-хорошему лучше даже сделать небольшой прототипик. Вот так вот в одном файлике создать несколько классов, под свою систему, ну под свою задачу, накидать прототипик небольшой, и вот так вот в консольном режиме протестировать, то есть в общих чертах, и посмотреть, действительно ли оно укладывается. Если он укладывается в систему, он очень хорошо сюда ложится, именно этот паттерн для решения конкретной задачи, тогда да, тогда уже можете смело его применять. Но не надо паттерны тулить там, где только из-за того, что вы знаете, что такой паттерн есть. Потому что если вы не видите систему в целом, вы можете сразу внедрить какое-то решение в свою программу, а дальше и даже не до конца еще понимая, что хотит от вас заказчик или что в конце вы получите. Даже если заказчиком являетесь вы. То есть вы можете для себя поставить цель какую-то, там написать какую-то игру или еще что-нибудь. Так вот, по мере написания это все развивается, и в результате вот так вот необдуманные вставленные паттерны начинают мутировать в паттерн каких-то там синглтон фабрик наблюдателей или еще что-нибудь, ну какую-то такую наркоманию это переходит, что потом вам просто вы спустя там даже неделю или две вы сидите и пытаетесь разобраться в этом всем, что понаписано, потому что уже очень сложные связи. Поэтому я советую делать небольшое прототипирование и примерять паттерн на маленьком вот проектике. Подойдет он, не подойдет. Ну и по поводу наблюдателя не забываем удалять, потому что есть проблема висячих ссылок. Так, ну наверное в принципе все. Все. Проблемы. Ну основную я проблему сказал. Много есть проблем, но зачастую эти проблемы в этом, ну и в других паттернах, только из-за того, что программист выбрал не тот паттерн. Если вам нужно уведомлять друг друга, один объект второй уведомляет, а второй уведомляет первый, то, скорее всего, к примеру, здесь не наблюдатель нужен, а нечто другое. Возможно, такого паттерна и нет, и вы его придумаете сами, ну, для вашей задачи. Но лучше выбрать, наверное, другой паттерн. Ну, не буду больше повторяться. Надеюсь, я вам чем-то помог. Не забываем про этот ресурс. То есть я нигде ни у кого ничего не украл. Я честно сказал, где я взял этот пример. Ну, обычно я так и делаю. Если я где-то что-то беру, книгу какую-то, я ее называю там, ресурс тоже называю. Поэтому ресурс очень хороший. По крайней мере, мне понравился. Ну, а на сегодня все. Данный пример будет на GitHub'е. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Ну, возможно, вы где-то, у вас тоже есть интересные решения задач, ну, подзадач, да, с использованием этого паттерна. То, конечно же, пишите в комментариях, если это действительно интересно было, или действительно была такая задача, которая кроме как этим паттерном не решалась. Это будет полезно всем, в том числе и мне, а также всем остальным подписчикам, которые прочитают данный комментарий. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, ставим лайки, комментируем, и до новых встреч. Всем пока.